Всем привет, мои дорогие. Всем привет, привет, привет. Слушайте, я вообще не понимаю, что происходит в стране, почему сегодня выходной. Ну, вернее, я в курсе. Снежный Екатеринбург, привет. Я в курсе, что у нас какой-то очередной беспонтовый праздник, да, надуманный. Вот, но, блин, вот эти выходные кому нужны людям? Официальное разрешение напиться, да, пролетариям, напиться, отдубасить жену или поскандалить с ней и сделать это с разрешения, скажем так, правительства Российской Федерации. Ну, в общем, капец, короче говоря. Суббота, воскресенье, еще и понедельник. День народного единства. В тот день, когда мы, я вам как историк говорю, так уже мне кое-что смешалось в моей голове, но это что-то типа там с поляками у нас было связано. Саратов, привет. Вот. Ну, короче говоря, вот это вот бесконечное заигрывание перед народом, да, то есть мы пенсионный возраст повысим, чтобы половина вас сдохла, не дожив до него, а выходной вам дадим, пейте, раньше умрете, называется. Больше сказать нечего. Ну, как бы, тут и ничего нового, в принципе, нет. Вот. Слушайте, по поводу Яны, да, я как-то, я понимала, что вот она сегодня улетит в Индию, потом я вот улечу в Таиланд, и мы встретимся только в конце января, но на самом деле как-то сегодня осознала и прям до слез с утра, но мы, правда, с ней в такой движухе, вы, наверное, видели, я Юрику заказала офигительную кровать, полицейская машина, показывала в сторис, вот вечером он приедет, будет в восторге, она очень круто сделана, с настоящими колесами, там, со звуковыми сигналами, с фарами, и он хоть порадуется. Вот, я, короче говоря, сегодня целый день разбиралась вот с этой фигней, там приезжала Янина подруга, забирала старую кровать. Нет, конечно же, пить не обязательно, а нужно проводить время с близкими. Но, к сожалению, у нас большинство пьет. Ребят, какой фирмы «Планет груди» посоветуют? Я сейчас приеду в клинику Ирины Василенко, там можно задать ей этот вопрос. А я как бы не пластический хирург, а это Ирина в курсе всего этого. Она как раз в прошлом году была во Франции на заводе, который, где производят вот эти вот имплантанты, самые-самые популярные в мире. Ирина там была на этом заводе, и даже у нее на YouTube есть об этом видео. Вот. Дальше. Людям счастья выходные, ведь есть кто работает. Я не работаю. Я, извините меня, работаю ежедневно по 18 часов без выходных и праздников. Нет, я не читаю Лену Миро или Мира. Знаю о такой девушке. Мне иногда раньше, сейчас уже давно нет, директор присылает какие-то ее перлы, где она всех оскорбляет и поливает какими-то вообще дичайшими оскорблениями. Видимо, женщина глубоко несчастна, но читать я ее не читаю. А, кстати, что касается Инстаграма, как-то я написала года 3 назад какой-то комментарий, она меня сразу забанила. Комментарий, причем я такой по делу написала. Она меня сразу забанила, не знаю зачем. Больше я никогда даже к ней не заходила. Вот. Слушайте, вы мне не объясняете, мои дорогие, что можно провести время с семьей и не обязательно пить. Я просто знаю, как это делает большинство нашей страны. Просто прекрасно знаю. А вот эти ваши рассказы, как нужно проводить свободное время, я-то знаю. Большинство не знаю только, к сожалению. Вот. Вот, ну и что, вот сегодня отправила все вот эти программы льготные, которые я подарила вам за 500 рублей, программы питания, тренировки. У меня народ пишет благодарности безумные, рада, что вам всем все нравится. Ну, как бы сомнений в этом нет, потому что я человек безумно профессиональный, настолько же безумно ответственный. У меня все программы на самом высшем уровне. Да? Таких программ больше никто не может сделать. Не то, что в Инстаграме, в России и в мире. Я не знакома со шпагами. Один раз я их видела на Пхукете. Когда я увидела на Пхукете этот персонаж, мне стало дурно. Вот. И лично я с ними не знакома, к счастью. Знакомиться не собираюсь. Кстати, в эту субботу, да, контакт Анита очень хороший. В эту субботу я буду в Сокольниках на выставке. Выставка проводится, забыл, как называется, спортивная, связанная с одеждой и так далее. И я там буду на стенде TTFI, так что если кто-то хочет прийти, пофоткаться, взять мой автограф, может быть, подписать книгу, я об этом еще сделаю пост. Добро пожаловать, буду там полтора часа.
где обычно живу, на Пхукете. Ну, на Пхукете, смотрите, у меня есть апартаменты, я в прошлом году купила, очень крутые апартаменты, жила там почти все 4 месяца, вот, но в этом году я уже жить не буду в этих апартаментах, они у меня прекрасно сдаются, а я буду жить сначала первый период свой, почти 2 месяца до тура, я буду жить на спортивной улице, где я все время живу и тренируюсь, кроссфитом занимаюсь в Юнити. А затем я, когда вернусь с Юрочкой, я буду жить на вилле. Сняла очень крутую виллу благодаря моей подруге Лене. Справки Пхукета, наверное, знаете, да? Я через нее покупала недвижимость, через нее сняла эту виллу. И с Юрочкой мы будем жить уже на этой вилле. Вот. Вилла на Найхарне, а спортивная улица, где я тренируюсь, это Чилонг. Хожу я в Unit 27. Была на моей 30-дневной программе. Благодарю, довольна результатами, безумно. Очень рада. 1000 людей были на моей программе. Лена, как выйти из затяжной депрессии после потери человека? У вас, если человек погиб, то время только вам поможет. Вот, очень сложно из этого выходить, но надо брать себя в руки, надо заниматься себя делами, ребят. Вот я как начала работать по 18 часов в сутки, так и из этой депрессии вышла. И, конечно же, работать надо, пожалуйста, за Юлю. Юлей занимаюсь, уже с Юлей были сегодня на связи, отправила ей тренировки, вот. И я тоже рада вас всех видеть. Вот. И занимайтесь, пожалуйста. Ребята, я не приезжаю ни в Читу, ни еще куда-нибудь. Вы ко мне, все, кто хочет, приезжают. Вы же видели в моем последнем туре, в котором было 54 девушки. У меня были девушки из США, из Южной Америки, из Лондона, из Германии, с Кипра, из Франции. Все ко мне приезжают. А вы хотите, чтобы я приехала в ваш Мухосранск? Вы не обижайтесь, это не мои слова. Это мне девочки все время ржут и говорят, вас все время приглашают и пишут, приезжайте в наш Мухосранск. Это не значит, что какие-то города мне не нравятся. Просто у меня нет возможности никуда ездить, поэтому все приезжают ко мне. Вот. А по поводу выйти из депрессии, ну, конечно же, нужно работать, мои дорогие, да? Будете вы работать, и будет у вас все. И будут у вас сумки по 150 тысяч рублей, ботиночки по 100 тысяч. Будете вы ездить на такси, на мерседесах, и не надо вам будет париться. Вас очень волнует вопрос, почему я не имею своего автомобиля. Да я его 4 года назад продала, когда вот начала зимовать на Пхукете. Такси, бизнес-класс, комфорт плюс, просто комфорт, ну, кому что подходит. Это гораздо удобнее. Если бы я была за рулем, у меня бы не было возможности вот так вот с вами болтать и просто работать. Вот. Я понимаю, что для наших россиян, для большинства показатель наличия автомобиля, ну, это такой, знаете, сиротский показатель. Ну, каждому свое. Как я отношусь к Украине? К Украине я отношусь прекрасно. Как можно плохо относиться к Украине? Украинцы наши братья, всю жизнь были и будете. Ну, конечно, на Пхукете будет тур со 2 по 8 июня. Июня, сказала тоже. С 2 по 8 января. Там уже практически не осталось свободных мест. Я на Пхукет беру только 25 человек, потому что тренируемся мы там, ну, не в таком режиме, как в Турции. Там так круто не организуешь. Сегодня, кстати, уже, опять же, благодаря Лене со стюардессами отправила уже оборудование для тура пхукетского. Оборудование, мою мощную колонку, микрофон, радио, все. Завтра полетит на Пхукет. Вот. Спасибо вам большое. Да, как, ну, понимаете, просто меня люди зовут в свои города, видимо, из добрых каких-то чувств. Я как бы на это не обижаюсь, я просто объясняю, что я при всем желании, ну, я была в Казани. Почему? Потому что в Казани купили мою программу «Худеть легко», питание, я была там на презентации. Я была в Питере, я была в Самаре тоже на презентации программы «Худеть легко». Была в Сургуте, меня приглашала туда Татьяна Мельник на годовщину какой-то своей, по-моему, программы, я уже не помню. Прилетала в Сургут, да. Но я, в принципе, могу и к вам в Читу прилететь, если вы мне оплатите перелет бизнес-класса в две стороны, а 5-звездочный отель проживания, еще заплатите приличную сумму денег. Но в таких ситуациях я летаю. А в других, извините, нет. Какие любимые цветы? Цветы очень люблю, пионы, очень люблю тюльпаны. Пришла ваша книга, очень нравится, на одном дыхании. Спасибо, мои дорогие. Да, книга стала абсолютным бестселлером. Ее уже, ну, она такими тиражами вышла, что мы все офигеваем. И книга реально уникальная. Я ее писала 4 года. Последние полгода особенно плотно. И эта книга, как мне говорят, она должна стать школьным учебником. Ну, я согласна. Я знаю, что я самый лучший мотиватор, просто аналогов мне нет, даже в мире, а про Россию я вообще молчу. Вот.
книга, да, огонь. А у вас есть свой санаторий? Нет, мои дорогие, у меня нет своего санатория. А зачем бы мне свой санаторий, как вы думаете? Когда будет пост про мужчин, продолжение со шведом? О, слушайте, напишу обязательно, прям на днях. Хорошо, что вы мне напомнили, я уже забыла и... Скажите, вот в Киеве для русских сейчас не опасно. Да я уверена, что в Киеве для русских, конечно, не опасно, ребят. Но опасно, наверное, к сожалению, где-то на Донбассе или в Донецке, где у нас там бывают боевые действия. Ребят, молочный продукт без молока – это не молочный продукт, это соевый продукт, он называется не молоко. Как он может быть молочным? Вот. Бахрейн, привет! О, Бахрейн, случайно не та девушка, которую я встретила в Массимо Тинелли, которая приехала краситься по моей рекомендации на слободку. Где на Пхукете Юрик учится? Юрик был уже в трех школах, в английской, в двух английских и в одной русской. В этом году отдам его снова в английскую, потому что там, во-первых, конечно же, все на английском языке ему очень нравится. И там очень хорошие программы. Не дешево, но вот сейчас уже подобрала школу, не помню, как она называется, буду на Пхукете, все вам буду рассказывать. А там, собственно, трансфер, то есть приезжают, забирают Юрика, увозят, привозят, и там у них очень много спортивных занятий. То есть мне очень нравится. Я с Донецка, здесь не опасно. Но слава богу, ребят. Казань, привет. В Казани, кстати, мне очень понравилось. Зеленоград, привет. Беларусь, привет. Всем-всем-всем привет. Вот, ну что, я уже подъезжаю. Добрый день. Я сейчас иду делать лазер. Сейчас сначала у меня будет заморозка, потом вам сторис покажу. Буду делать лазер на лицо. Какой у вас любимый тональный крем? Слушайте, сейчас вот просто будет арочка, мы не будем поворачивать на рыбников, сейчас будет арка, она им покажет. А, ребята, тональный крем, я вообще мало пользуюсь, сейчас я без тональника, очень редко пользуюсь тональниками, потому что как бы кожа благодаря уходам и процедурам, да, вот здесь спасибо большое, не требует тональника, но я как-то вам показывала, до свидания, еще раз, в скорейшем времени еще раз покажу, какой-то американский тональник, который я, опять же, в Массимо Тинелли купила, и он нереального качества, он просто нереального качества. Он состоит из таких шариков, которые, как бы, знаете, в масле плавают. И этот тональник, он просто, ну, такой крутой. Я не знаю, может быть, его можно в интернете купить, или в том же Массимо Тинелли, если вы в Москве. Просто аналогов такого тональника, их нет 100%. Вот. Спасибо вам, спасибо, что смотрите. Я вас обожаю всех, мои хорошие. Просто вас всех обожаю. Вы спрашивали, где будет Юрочка, когда Яна будет в Индии, а Яна в Пхукете. Юрочка будет, естественно, с папой. Казахстан, привет. Вот. Спасибо, что вы со мной. Вот клиника Ирины Василенко, клиника эстетической медицины, где я уже 3 года. Ломоносовская школа на Пхукете? По-моему, Ломоносовская школа не на Пхукете. Ну, хотя, может быть, и на Пхукете, ребят. Да там... Здрасте. А вот и Дима. Автор. Здрасте. Автор. Как нам его уже на YouTube залезть? Мне весь мозг сорвали. Как вашу песню на YouTube найти? Я говорю, у меня на моем канале есть. Они говорят, нет, типа, где-то на другом месте. На YouTube? Да. В смысле, на YouTube же видео только? Не знаю. Вот, кстати, мои дорогие, это и есть Дима. Чикиряб, чикиряб, чикиряб. Это он написал незабываемую песню «Чик-чик, жира нет», бестселлер. Лени пенсия пришла. Наконец. Я на доктора нашла. Да, он сам поет, пишет песни. Дима крутой, он талантище, да. Снимает клипы. Вообще, что он это пишет подписчики? Дима Сводкинска. Тебя уже знают, Дима. Да, ты уже стал легендой. Водкинску привет большой. Водкинску привет. Да. Пальто нравится вам? Да, мне тоже нравится, ребят. Ну, оно как бы такое скромненькое, итальянское. Как относитесь к Кокорину и Мамаеву? Хочу их усыновить срочно и помочь им носить им передачки. Где они там, я не знаю. Вот, ладно, ребятки. Вот, видите, и Диму вам показала. Все звезды. И вот здесь вот в клинике у Ирины, сейчас я буду, правда, бахилы надевать. Видите, да? Я Дима гей. Дима, я тебя поздравляю. Дима, к сожалению, не гей, иначе он был бы уже очень популярен. Дима гей.
Господи. Видите, да, вот вам ваша покорная слуга Елена Санджаровская в одном ряду с Верой Брежневой и со всеми остальными. Ирина Хакамада, постоянно ее здесь встречаю. Сибитову видела тоже один раз. Странно она, правда, выглядела, но ничего. Талант, особенно тапочки. Ну, извините меня, он в клинике вообще-то находится. Я сейчас здесь тоже тапочки надену. Вот. Все, я сейчас вам сторис лучше поснимаю, да, когда буду делать. Он действительно из Воткинска. Поснимаю сторис, когда сейчас буду делать лазер. Вот, какую эпиляцию? Нет, не эпиляцию. На лицо. Самара, привет. Все, мои дорогие, давайте. Люблю, обнимаю, целую. Пока-пока.